не отклонялись от своего плана, играли активно, забили хорошие голы, но после пятой шайбы немного выключились, потеряли нить игры, там начали размениваться моментами. Надо было играть просто построже, по, так сказать, покомпактнее, не давать им шансов, чтобы уже в следующей игре у них было, так сказать, меньше ощущений. Вот, а так в целом хорошая победа. 1-1 серии, двигаемся дальше. Ваш гол достаточно нестандартный получился. Как пришла такая мысль, где-то наигрывали или импровизация была? Да, всю жизнь как-то бывает, пытаюсь на скорости, на ближнюю вылезти, бывает, заносит, не получается. И как бы так дернулся немножко, показал вратарю, он вроде тоже дернулся и начал объезжать ворота. И хотел низом завести, но там, по-моему, игрок клюшку подставил, или кто, и как бы зашла. Ну, то, что сегодня результативность намного выше, чем в прошлом матче, связано с тем, что нацеленность, все-таки какая-то больше психологическая раскрепощенность появилась? Ну да, то прошлая игра вроде моментов было много, голов мало, как-то так все немножко настораживало, но хорошо, что забили быстрые голы, почувствовали игру и выиграли. Ну, можно ли сказать, что сегодня нашли ключик к Серебрякову? Ну да, но серия длинная, как бы соперник тоже ищет какие-то ходы, что-то меняет, поэтому, думаю, новая игра будет с чистого листа. Как с физикой перелет? Да, хорошо, в принципе. Ну, перелет, понятно, что долгий, как бы все знали, к чему готовиться. Сейчас все профессионалы, все знают, что им нужно, кому зал, там, кому еще что-то. В принципе. В обоих играх гораздо лучше контроль шайбы у Салаватина, как минимум сегодня, до третьего периода. Больше бросков, но кардинально разные результаты. В чем разница, опять же, ментальность как-то подкрутили? Да нет, в принципе, не отходили от своей системы, играли активно, но, ну, видимо, удача не была на нашей стороне и вознаградила нас за ту нацеленность. Видимо, ну каких матчей ожидать в Владивостоке, там все-таки маленькая такая коробка, да, и вот все вот эти перелеты, все моменты с акклиматизацией и так далее. Насколько будет сложно? Ну да, в принципе, это маленькая площадка, борьбы будет еще больше. Будут решать вот эти маленькие нюансы, там, где надо вывести шайбу, надо выводить, где надо ее подержать, поменяться, надо это делать все. И, в принципе, должно быть все хорошо. Спасибо. Сколько шайб привезете из Владивостока? Шайб? Не буду загадывать, буду стараться 3. По максимуму. И чтобы команда, главное, выиграла.